В новом жилом комплексе «Люберцы парк» на улице 8 марта идет строительство детского сада. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 220 мест, примет воспитанников уже в этом году. О ходе возведения объекта расскажет наш корреспондент. Внутри трехэтажного здания наносят заключительные штрихи. Работы по чистовой отделке практически завершены. Установлена сантехника и частично кухонное оборудование. Остается только собрать мебель и укомплектовать ею группы. Работа кипит и на территории вокруг детского сада. Здесь обустроят 4 функциональные зоны – игровую, спортивную, хозяйственную, а также площадку для проведения праздников. Планируем в августе месяце завершить полностью весь комплекс работ. В сентябре месяце мы получим заключение соответствия объекта и разрешение на эксплуатацию, а уже в октябре месяце, соответственно, администрация города примет данный сад в эксплуатацию и будет уже запускать его в работу. Детский сад спроектирован на 9 групп. Доставлять обеды, а также собирать и раздавать белье по всем этажам сотрудники учреждения будут с помощью специального подъемника. Для обеспечения доступной среды здание оборудовано пандусами с поручнями, лифтом и туалетами для маломобильных граждан. У нас же есть определенные графики по каждому социальному объекту, особенно там, где застраиваются новые микрорайоны. И мы стремимся, по крайней мере, эти графики отслеживать. Я не вижу, чтобы были какие-то срывы. Достаточно активно люди работают, поэтому сомнений, что этот садик будет, у нас никаких нет. На этом строительство социальных объектов ЖК «Люберцы парк» не завершится. В новом микрорайоне построят еще один детский сад на 350 мест и школу, рассчитанную на 1170 учеников. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.